Oh, Mom is so fat. Take selfies in panorama mode. Come on, lady, hurry up. My jaw freaking hurts. She took a selfie. The picture said censored! Come on, lady, give me back my phone! Your face is gonna crack the screen! Минута. Пошла. Логан за одну минуту. Одну минуту. Логан за одну минуту. Растарел, посидел. Все забудки будут теперь. Логан. 18+, кинцо. Расслил, как кровь, мясо. В общем-то, не так уж все плохо. Очень глубокая драма, семейная, муки, мутанта, борьба поколения. Логан готовый на все ради бедных детей. Росомаха дочь родил, об этом не просил. Жил себе спокойно, пил много. Есть еще профессор Икс, у бедняги мозг прокис. Это все наладит жизнь Логан. Спасибо за просмотр. Не подписывайтесь на лайк и все такое. Делитесь видео с друзьями, проверьте подписку на канал и включите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Низкий вам поклон. What the fuck? Fuck are you even supposed to be? I'm a cat. Can't you see? A cat. You look more like a beaver. Ha 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 ha. Oh 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 oh. How dare you say that to me? Yes, I'm Missouri. Is there a problem with that? Actually, yes. You shouldn't be here looking like that. Like a projected mascot from some food brand. You look so stupid with the pink hair and those pointy ears. Deal with it. Never. I won't stand people like you. You are a fucking human and that's final. English, motherfucker. Do you speak it? Doy widog fudge bok chok chako or geocrit look at geogahig shadow geoga we are se hog. GRR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 R
Kafka Erfkel Werfkel Hiftel Kafulkruf. I'm going to kill your bald ass. Get over here now. Now you made me done it this time.
Take this, you stupid furry Marisu. Voila. Fine. I'm leaving. Screw you. Bald kid. Oh no. I'm dead. Хуй на тойс. А давайте проверим, какой вес он сможет поднять. Возьмем палету и поставим на нее 4 банки колы. Всем привет, ребята! Сегодня буду тестировать первую игрушку из огромной посылки. И это будет погрузчик, потому что именно погрузчик набрал больше всего ваших голосов. Но сначала, ребята, давайте вместе прочитаем, как называется производитель этого погрузчика. Хуй на тойс. Вот так вот, ребята, немножко пошло звучит название на русском, но я обязательно спрошу менеджера магазина GearBest, как это правильно произносится, и вам потом расскажу. А мы давайте перейдем к самой игрушке. Давайте достанем ее из коробки. Вот, ребята, давайте его извлечем. Так, это у нас сам погрузчик, и, блин, он сделан очень-очень качественно. Это реально точная копия погрузчика. Ребята, я просто поражен, насколько реалистично детали. Колеса, корпус, сидушка, все рычаги, все один как в один в настоящем погрузчике. Не зря на коробке написано, что это модель 1 к 10. Почти все детали выполнены из пластика, соответственно. А вот эта верхняя часть... Металлическая, но, скорее всего, это пластик, покрашенный под металл. Итак, вот она полная комплектация. Сам погрузчик, пульт управления, 3 пакета, кабель для зарядки, 2 и вот такой вот. Работает погрузчик от аккумулятора, который находится на днище. 10-баночный аккумулятор на 7,2 вольта. Здесь же внизу кнопка включения. Загорелись здесь вот такие вот лампы. Так, чтобы как раз подходило под палету. Давайте установим батарейки в пульт управления. Ну что, попробуем поуправлять. Ой. Эта кнопочка отвечает за подъем.